Я без Тебя, мой Господь, есть только прах земной. Я без Тебя погибаю в борьбе с грехом. Посмотри и на меня, мой небесный Царь и Господь. Я нуждаюсь в силе Твоей. Я падаю на пути. Подними меня, поставь и помоги. Ты меня своим Духом Святым озари. И свою любовь в мое усталое сердце сошли. Иисус, протяни ко мне руку свою, укажи мне твой правильный путь. Я где-то заблудилась, не зная, куда идти. Прости мне, мой Господь, прости. Я не хочу больше быть сама с собой. Я хочу, чтоб ты был источник мой. Чтоб ты направил меня на правильный путь твой. Указал мне выход из темницы земной. Посмотри на меня, Господь, посмотри. Я угрязла где-то и стою сама без Тебя. Я все же к Тебе в мольбе, во слезах прихожу и с горьким плачем к Тебе вопию. Я знаю, что Ты услышишь меня. Ты же мне сказал, я никогда не покину Тебя. Я знаю, что Ты сейчас проверяешь меня, ведешь меня через дым и огонь. И я знаю, что это Ты меня в эту пустыню завел. Я знаю, что Ты хочешь испытать меня, как я люблю Тебя. Я вижу на пустынном песке след Твой, Господь, и я иду, и от жаркого солнца горю, но все ж иду за Тобой. Бури идут, гром гремит, и молния кругом, но нет, я не поддамся, я иду, Иисус, за Тобой. Уже почти задыхаюсь в борьбе, и остатком сил кричу: «Помоги, Иисус, помоги! Посмотри, я ж иду за Тобой. Я знаю, что Ты меня проведешь, что утешишь эту бурю скорбей, что подашь мне свою сильную руку и озаришь меня любовью своей. Я верю, что Ты дашь помощь мне и проведешь через испытания все и выведешь меня с этой пустыни земной и укажешь мне правильный путь к Тебе. Я знаю, что проведешь меня через Иордан, где не будет ни боли, ни скорбей, где будет вечный покой и отдых души моей. И там я буду уже вечно ликовать с Тобой, мой Господь, и Ты успокоишь мое усталое сердце и обнимешь меня и скажешь мне: «Войди, моя дочь, мой сын, я долго ждал на Тебя». И вот звучит голос Христа: «Я все время был с Тобой, и никогда я не оставлял Тебя самой. Я нес Тебя и на руках, бури и молнию утешал, и защищал Тебя пред врагом. Я сам был с Тобой и тихим голосом Тебя утешал. И это я Твои слезы утирал. Я был с Тобой везде и в болезни Твоей. Я не отступал от кровати Твоей. Я поддерживал Тебя везде. То это я вытащил Тебя от погибели Твоей. И Твою жизнь все продолжал, чтоб Ты не умерла во грехах. И вел Тебя по колючкам земным на руках Своих. Это я Тебя как золото притопил, чтоб Ты могла войти в обители мои. Я ждал долго на Тебя, но это я помог Тебе пройти через этот Иордан ко мне и вывел Тебя из Египта земного, очистил и освободил и омыл в крови моей, чтоб и Ты была там, где нет никакой нечистоты. Вот поэтому Тебе надо было все это пройти. Я же все время Тебя любил
И я знал, что ты стремишься ко мне, и я видел сердце твое, вот, и поэтому и ты войдешь в царствие мое. Вот это слова Христа. И ты, мой друг, бодрствуй и молись, чтоб мы все могли встретиться у Иисуса Христа. И я поняла, что без Него я не могу сделать в моей жизни ни одного шага своего. И я, Иисус, очень, всем сердцем моим люблю Тебя за то, что Ты сделал для меня. Хоть и устаю, но я верю, что с Тобой я все пройду. Аминь.